отправить отчетность в государственные органы, воспользоваться электронными площадками и сервисами, подписать юридически значимые документы. Все эти действия индивидуальные предприниматели и юрлица выполняют удаленно с помощью усиленной квалифицированной подписи. Раньше ее можно было получить только в аккредитованных центрах и на коммерческой основе. Теперь межрайонная инспекция номер 16 Федеральной налоговой службы ту же услугу предоставляет бесплатно. С самого начала этого года удостоверяющий центр ФНС России получил такое право выдавать бесплатно квалифицированные электронные подписи. Услуга предоставляется для индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, нотариусов. То есть физические лица продолжают эти подписи получать так же, как раньше, в аккредитованных коммерческих центрах. Получить КЭП удаленно по доверенности нельзя. Индивидуальный предприниматель или руководитель юрлица приходит в налоговую инспекцию лично с паспортом, с НИЛСом и токеном. Последний продается в специализированных магазинах. Подойдет не любой токен, а тот, что сертифицирован ФНС России или Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Также можно использовать имеющийся у предпринимателя носитель ключевой информации. Покупка токена – единственные расходы. Сопутствующее программное обеспечение на компьютер, консультации ФНС предоставляет бесплатно. Для того, чтобы получить данную подпись, не обязательно записываться предварительно. Все происходит в порядке живой очереди. При желании можно записаться на определенное время через сайт. Там есть такая вот услуга онлайн-запись на прием, но это не обязательно. Вся процедура выдачи данной подписи занимает не более 15 минут. В Щелковской инспекции подписи выдают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, а по вторникам и четвергам режим работы продлен до 20:00. Действует электронная подпись 15 месяцев. Налоговый орган заблаговременно уведомит предпринимателя о завершении действия КЭП через личный кабинет. Там же пользователь сможет продлить срок действия подписи без визита в налоговую. Полезный совет. Перед тем, как изготовить КЭП, лучше уточнить, совместима ли она с электронной площадкой, на которой будет работать юрлицо. Если все в порядке, получить подпись можно в любом из более чем 700 пунктов обслуживания по всей России, независимо от места регистрации бизнеса. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.